Привет, Мишкер Арт, это Аск. Да, просто Аск. Что ж, погнали. Первые вопросы. Ленусик Максимусик спрашивает. Ты играла в замок Мурико или в интернет? Я ни в то и ни в другое не играла. Да ладно, следующие вопросы. Следующие вопросы от Полины Котик. О, мой рисунок. Спасибо, Нев. А вот тебе и мой вопрос для тебя. Кто я для тебя? Ты для меня, конечно, бро. Следующий вопрос. Печенье или молоко? И то, и то. Undertale или Pony? И то, и то. Сэмми или я? Да, Сэмми или я? Моя жизнь. Наша лиса. Моя собака. Любишь летать? Обожаю. Кто твой любимый художник? Мало Джесс и Флэш. Будешь делать еще редизайн своего? Ну, знаешь, я как бы не знаю. Доширак или Роутен? Ну блин, это одно и то же. Я выбираю Роутен, Шмоутен, неважно. В какой цвет ты хочешь покрасить свои волосы в реале? В черный, наверное. Любишь Новый год? Как можно не любить Новый год? Я его просто обожаю. Смотришь уральские пельмени? Нет, я ненавижу уральские пельмени. На этом все, надеюсь, ты ответишь. Надеюсь, ты отвечешь, Вахтя. Ладно, следующий вопрос у нас от Эли Блиной. Привет, дратути или досвидос? Дратути. Чай или вода? Ну, как бы сказать, мне и чай важен, и вода важна, поэтому я выбираю... Ну, хотя вода важнее. Я выбираю воду. Любишь котиков или любишь котиков и собачек? Что лучше, Украина или Россия? Ну, как бы сказать, я ничего не имею против Украины и против России тоже, потому что я не живу. Поэтому выбираю нейтрал, и то, и другое. Да. Следующий вопрос, если я не ошибаюсь, это Люба Кот. Ее топчик. Почему Шакира Арт? Почему Шакира Арт? Ну, я как бы не знаю, просто все начали называть, типа там, знаете, веб-арт. И так далее, мне почему-то захотелось чего-то более пооригинальнее, не МЛП шокировает. Поэтому, наверное, Шакира Арт. Где живешь? Я живу в России. Это все. Люблю тебя, песик. Возьми 4 любимых животных, соедини их в одно киберживотное. Что это получится? Хотелось бы увидеть рисунок этого. И вдобавок прорисовать к этому животному прическу своей ост. Модификации. Сколько тебе лет? Мне 150 лет. Да, пони-креактор? Ну, знаешь, как бы, я уже и так снимаю этот пони-креактор. На какой серии Трансформеров? Я на третьем сезоне, на пятой серии. Но я уже говорила, что я не смотрю, а пересматриваю, блин, какой-то 55-й раз. Может, уже даже 56-й. Мне почему-то они надоели немножко. Как ты думаешь, если бы котики и собакены объединились, то за какое время они бы захватили планету? Я думаю, они бы захватили планету через какие-то 2 месяца, потому что это все коты. Я не люблю котов. Юзи, сделай самую-самую мимимифную мордовку в своей жизни. Создалки. Давно ли ты создала свой основной ос? Ну, как бы, я не знаю, наверное, где-то в 2015 году, в январе, я создала вырвиглазную Юзи. Сейчас мне новая ос, это Юзи была, это тоже, только она нормальная, не вырвиглазная. Я вроде создала летом, или в августе, когда я хотела изменять ее, чтобы она не была вырвиглазная. Я точно не помню. Кто я для тебя? Ты мне друг. Да, друг. Друг, друг, друг. Йой или Юрий? Йой или Юрий? Ну, я выбираю Юрий. Да, ты знаешь крипипасту? Если да, то твой любимый перс. Я знаю крипипасту. Мой любимый персонаж Бен Утопин. Ко всем. Вы друзья? Ну, как бы я создатель их всех. А они как бы между собой сестры. А Лейла наш создатель, как бы, а мы, ну, как бы я и их всех сестра. Ну, так как бы Юзи правильно сказала.
Я ее сестра, ну, всех сестра, да, родная. А та вот, которая выпала, это как бы наш создатель. Да, Юзи точно подметил насчет этого. Ну, как бы я их не родная сестра, а двоюродная. Юзи, шикарно подмечена, бро, моя сестра. Вы Юрий? Я лично не Юрий. Я тоже. Я тоже. Я да. Как вы давно создали свои оски? Ну, как бы, в смысле? Это как бы не люди, это как бы все персты, мои сестры. Их вообще создала как бы наша создательница Лейла. Я их создала летом всех. 2016. Можно с вами дружить? Да, я буду не против новому другу. Юзи, верно подмечено. Ну, окей, если дальше тебя укусить. Я же все как-никак вампир. Не советую с вами дружить. Мне как бы в этом амулете заключен как бы сила белая шифра. Да. Шакира, сними видео со всеми ими. Знаешь, как бы я уже снимаю видос. Аск. Шакира Арт, нарисуй мне ос. Прости, но я не рисую на заказ. Я рисую либо комиссион, либо трейд. Ну гифты, если ос понравится. Реквесты очень редко, вам ждать долго придется. Что по тебе лучше, Аликорн или Брони? Мне лучше, знаешь, ну... Если Аликорн, допустим, нормальный, то есть не феечка, то есть нормально все пишет, а просто ос Аликорн не выдает себе там богини и так далее, то... Мне они тоже подойдут. В общем, я выбираю и то, и другое. Ну, в Аликорне в одном случае. Сними анимационный клип под какую-нибудь песню. Под какую-нибудь песню. Все. Ну ты это как бы... Я не знаю, скинь мне песню тогда, а то у меня фантазия кончается. Я, правда, хочу уже один клип снять, на какую песню я вам не скажу. Ха-ха-ха. Кьюзи Блэйд. Кьюзи Блэйд, ты злая? Ну, если меня разозлить, я буду злая. Печеньки или кекс? Я выбираю печеньки. Да. Есть команда? Да, есть команда. Мест, у меня есть места, но я выбираю только кого захочу. Поэтому извиняй, пролетаешь. Лейла, что ты любишь? Знаю я такой. Я люблю пельмешки, макарошки, комп, жизнь, все люблю. Кроме физкультуры. Ты крут. И школы, и математики. Вай, спасибо. Твой любимый фильм? Мой Алиса в стране чудес. Спасибо. Ну, мой любимый фильм... Слушай, я даже не знаю. Я, конечно, кучу фильмов смотрела. Но какой точно из них мне нравится, я не знаю. Да. Да. Любишь виноград? Точно не знаю. Ну как сказать, я вроде вообще не люблю ягоды, так, да, ну и фрукты не очень люблю. Что же про виноград говорить? Даже я землянику не люблю, клубнику, поэтому, в общем, неважно. Будет стрим? Ну, я постараюсь сделать стрим, конечно. В ближайшие дни я еле вот видео сняла. Ну, постараюсь, да. Лейла, Винкс или Фиксики? Заходим в мультики, Винкс или Фиксики? Я не знаю, блин, ребят. Мне, конечно, и Винкс как бы нравится, и Фиксики. Это какой-то сложный выбор. Я выбираю все-таки Фиксиков. Они хотя бы, знаете, так как бы рассказывают там хоть что-то, чем в этих Винксах, где просто феи летают и дерутся. Вот вообще нет никакого предела, я вообще, блин, не понимаю. Ладно, следующий вопрос. У тебя есть новогоднее настроение? Чек? Конечно, оно у меня есть. Правда, оно у меня куда-то попало, пропало, пока я ждала подарки. Ну, еще мне подарили графу, которая не рисует. Шикарно. Ну, ты увлекаешься, кроме пони? Увлекаюсь LPS, Undertale, потом... Ну, Monster High, так, чуть-чуть совсем. У меня всего две куклы Monster High. Ну, чем еще? Ну так, вроде Зверополиса, вот. Ну, не знаю, больше пока ничем. Ну, знаю. Скинь музыку, которую слушаешь чаще всего. Знаешь, я начала слушать как бы музыку из Geometry Dash. Dash, точнее. Потом дабстепа Silent Hill. Дабстеп, да. Ну, в общем, я не могу тебе скинуть музыку, которую все время слушаю. Ну, скину. Потом Hello Darkness, My Old Friend. Сегодня начала слушать. Короче, много чего. Потом. Танч Твистер. Блин, суперхиро. В общем, дофига этой музыки у меня. Я даже не знаю. Ладно. Лейла, любишь печеньки? Ну как же не любить печеньки? Задание к Талли. Укуси свою сестру Юзи.
Вы с ума сошли? Укус вампира, точнее мой, иногда может заразить. То есть Юзи опять... То есть Юзи станет вампиром? Ну, я не знаю, возможно, укус не подействует, но это не очень приятно. Ладно, ради вас. Юзи, иди сюда. О, да, конечно, Салли, что ты хочешь? Я не чувствую ног, я не чувствую копыт, я не чувствую рук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Стоп, а может, укус был не смертельным, и я не буду вампиром?